мечтали разбогатеть. Но этого не случилось. Он был неудачником. Наверное, самым симпатичным неудачником на свете. Мама ушла от него. В декабре к нам пришли и отключили свет. Мне было 9 лет. Приближалось Рождество. Мы стали бродить по улицам, как пара бездомных. Смотрели, как люди покупают подарки. Любовались огнями города. Он пел мне песню. И щебет птиц весенним днем наполнит радостью твой дом. Потом мы присели отдохнуть. Я была не глупой, понимала, что мне придется встречать Рождество на улице. Но у меня все равно было праздничное настроение. И мне захотелось подарить ему что-нибудь. Но когда я вернулась, его не было. Это случилось на Рождество. Я торгую недвижимостью в Неваде. Могу помочь вам купить дом. Купить дом не проблема. Это просто. Вот только что делать в этом доме? Когда просыпаешься по утрам? И чем заняться на Рождество? В общем... Я не такая уж старая, и мне хочется иметь что-то еще, кроме мыслей о моих потерях. Ими дом не наполнишь. А что вы потеряли? Я потеряла детство, юность. Отца, мужа. И свою дочь. Она была совсем малышкой, совсем крошкой. А теперь я теряю разум. Со мной творятся странные вещи. А что потеряли вы? Только честно. Это моя дочь. Я так думаю. Она жила в посольстве, ее переводили на новое место. Перемещали, так, кажется, это называется, каждые 10 месяцев. Однажды я пришел домой и не застал ее. Через 7 лет я перестал ее искать. У нее не было выбора, по-моему, это самое страшное. Она просто однажды утром проснулась без отца. Я стал папой, потерявшим свою девочку. А вы, кажется, девочка, потерявшая папу. Вот и все. Сказки конец.